Привет! Если ты не жадина-говядина, успей поставить лайк под этим видео за 3 секунды! 1, 2, 3! Время вышло! Картунские любимые фраги, друг другу они очень строги. Живут они напротив, но, конечно, в гости никогда не ходят эти дураки. Построили заборы, там сидят и друг друга троллят, как хотят. И яйцами кидают, по ночам пугают, с биноклями в засаде сидят. Картун решил испачкать забор, взял он угли и ночью пошел. На нем написал он, что Киви слабак, и пошел хомячить доширак. Ну а Киви Вилли ночью тоже не спал, пробрался он коту на крышу и там стучал. Кот испугался и в шкаф залез, а Киви Вилли топнул и исчез. Провалился картуну домой, стукнулся он сильно головой. А картун все трясется, кому же там не мется. Выглянул из шкафа он своей башкой, видит, Киви Вилли там лежит, а на лбу его шишмак горит. Помог ему подняться и решил не драться, лучше он его конфетой угостит. Картун с Киви Вилли враги, друг другу они очень строги. Живут они напротив, но, конечно, в гости.